получился этот матч, то определение победителя было произведено за пределами основного времени в дополнительное. Чуть более успешным был спутник, победил со счетом 2-1. Ну и такую небольшую сенсацию сотворила восьмая команда, обыграв первую. Хотя мы не раз говорили, что в Восточной конференции все команды примерно равны и все очень сильны. И здесь нет разделения на сильных и слабых. Вчера Джейка получила кубок победителя Восточной конференции. Ну и в четвертом звене 34-й номер Андрей Галушкин, капитан команды, центр-форвард. И по краям 79-й Андрей Никонов, 85-й Максим Бережонов, 67-й номер Иван Лепехин и 97-й Алексей Аверьянов. Пара защитников. Главный тренер Чайки Николай Анатольевич Неводин. Ему помогает Владимир Валерьевич Коньков, Максим Юрьевич Овчинников и Андрей Анатольевич Царев. В зоне гостей игра, и бросок по воротам наносит Александр Пелевин. Борьба за шайбу. Башов. И снова примеряется по воротам Пелевин. Второй его бросок примерно за минуту следует. А здесь нарушение правил и небольшая вспышка для хозяева площадки. И пытаются перевести игру в зону соперника. Чайки. Максим Федот спас на чужую синюю линию, но арбитры показывают, что положение вне игры. Заряжает в дальний угол. Слегка шайба разминается со створом ворот. Ответ в исполнении спутника. И здесь Громовик на месте. А это контратака. Дробин ее возглавляет. Дробин бросает в дальний, не попадает. В передней зоне шайба. Середина первого периода. 10 минут сыграно. Впереди по-прежнему спутник. 1-0 на табло после шайбы. Очень-очень быстрый после шайбы на 51-й секунде. Сбрасывание в зоне команды гостей. Мурашов с шайбой. Мурашов. На дальнюю штангу. И попытка бросить близкого расстояния. Не пускают. Есть-то спутника соперников к своим воротам. Бьются, сражаются. А как же иначе? Новая атака Чайки. Хороший может получиться момент, если удастся из-за ворот выбраться. Шавин. Передача на Илью Федотова. И тот ищет пасом Почевалова. Едва не находит. Почевалов с шайбой. Спутник снова невероятную плотность навязывает. Атакует Чайка. Ну что ж такое, небольшая несогласованность приводит к тому, что снова выигрывают хоккеисты Чайки шайбу на точке. Видная передача вперед, но снова остановка. Снова не пасывание в зоне спутника. И новая попытка Чайки закрепиться за атаку. Юзлен с шайбой. Илья Федотов.
Федотов, ох, как здорово пошел на ворота. Сам пытался все сделать. Но. А дальше снова борьба. Такое очень много было вчера. Не меньше сегодня. В общем-то, по характеру похожими получаются игры. Но это плей-офф. Не всем быть мамонтами и толпарами. Пока на отдалении от ворот действует. 25 секунд. Есть время у Чайки на атаку. Мурашов. Касается шайбы. Своей команде избежать проброса. Бросок от синей линии. И выше ворот. 9 секунд играть. Это мы тоже смотрим за развитием событий. Да, бросок последовал, но далеко от цели шайба проходит. И первый период игры заканчивается со счетом 1-0 в пользу спутника. Отдохнем 15 минут и возвращаемся. Дорогие друзья, второй период стартовал в матче Нижегородские Чайки и спутника из Альметьевска. Второй матч серии 1-8 финала плей-офф. Паре матч чемпионата молодежной хоккейной лиги. Кубок Харламова. Стартует его розыгрыш. Ну и пока стартует для Чайки достаточно тревожно. Напомню, вчера команда уступила со счетом 1. Проблематично. Нижегородцы остаются с шайбой. Синицын. Синицын. Бросок рядом со штангой. Дробин. Стоит на подборе. Ответная атака спутника. Слава Колесникова. В атаке спутник. Спутник с шайбой. Громовик. Легко ему тут пришлось. Да, пока не получается у Чайки взять шайбу под свой контроль. Были такие отрезки в первом периоде, когда Чайка достаточно много атаковала. Но вот сейчас... Так, чтобы целостно закрепиться в чужой зоне. Штурмовать ворота, словно в большинстве, пока этого нет. Старание, безусловно, присутствует. Федотов отправил шайбу в чужую зону. Там партнеры обязательно поборют. Уже здесь командам побороться предстоит. И шайбу выигрывают хоккеисты Чайки. Пелевин. Бросает в чужую зону. Мурашов. Здорово отодвинул соперника от шайбы, позволив своим партнерам за атаку зацепиться. А за ворота. Дробин пропускает на Синицына. Синицын. Сегодня очень активен в атакующих действиях. Хороший момент у Чайки. Доходит шайба до пятака, но там выбрасывают ее гости. Тем не менее, давление было... Брасмене в средней зоне. Пелевин шайбой. Чайка готовит новое наступление. Пелевин сегодня также очень активен. Упоминали мы Синицына в этой связи. Но Пелевин тоже постоянно подключается и бросает немало с различных дистанций. Похвально. Ну, вот уже и у спутника немножечко разладилось в атаке. Давненько мы
атакующих таких серьезных действиях команду не видели. Все больше приходится думать об обороне своих ворот. Кстати, очень корректно проходит поединок. Помним мы, удаление садился аж на 7-ю строчку. И получил Ирбис уже в первом раунде. Такое событие, такое сражение серьезное, в котором пока авто не может похвастаться победными результатами. Эба в зоне спутника. Проброс. Выполняют хоккеисты. Встретили здесь соперника. И Чайка идет в атаку. Шавин. Так. В клюшку соперника. Но Дробин шайбу возвращает. Шавин. 3 минуты до перерыва, 50 секунд на большинство. Момент. Максим Федотов. Панчук. Снова Максим Федотов. Пас на брата, и Максим Федотов бросает. Блокирует его бросок защитник. Атака Чайки продолжается. Короткие, дальше на ближнюю. Бросок. Но. Илья Авакумов. Так вбрасывали в зоне спутника. Игроки Чайки с шайбой. Передача, момент какой! Возникает в самом-самом конце периода. И едва-едва хоккеисты Чайки не уходят на перерыв, ведя 2-1. Илья Федотов, Растроп. Третий период стартовал в Нижнем Новгороде, где Чайка принимает альметьевский спутник в матче 1/8 финала Кубка Харламова. Плей-офф паре-матч молодежной хоккейной лиги продолжает набирать обороты. И Шавина 1-1, 1-1. И выходят команды на третий период с равными шансами на успех. Бросок поворотом сразу наносит Роман Синицын, но на синей линии игроки спутника бросок блокируют. Гости отвоевывают для себя шайбу. Чайка приступает к высокому прессингу. Но спутник цепляется за шайбу. Вот в атаку. Бросок к воротам следует. Продолжается атака спутника. Опасно здесь. Перед воротами Громовика. Как все остро сложилось. Ну и вынуждены хоккеисты Чайки. Проброс. Прижиматься к своим воротам. В итоге Чайке удалось и гол забить. И помимо этого моменты создавались весьма-весьма достойные. Борьба в зоне Чайки. Илья Федотов. Передача в центр. Оттуда перевод направо. Играть все в рамках периода. Кидает шайбу. Зона нижегородцев. Борьба в средней. В результате проброс. Мурашов. Ох, как интересно все может получиться. Бросил один раз, сам же подобрал шайбу, сам же добавил.
Робин поборолся в чужой зоне. Здесь неподалеку Илья Федотов устраивает жару на чужом пятаке. Пелевин. Наброс на ворота. Федотов! Добивание сходу в ближний. Но Насыров. Здесь у хоккеистов Чайки все надежно в тылах. Шавин. Ох, как красиво! Но рядом со штангой Шавин. Красотищу какую рисовал. Уже голкипер на льду оказался. Шайба в створ не попала. Дальше бросает Синицын немного мимо. Приоткрывается у нас игрушка. И 2 в 2 выход автозаводцев. Есть еще двое партнеров поодаль. Практически поймали соперника на смене. Хоккеисты Чайки. Ну, здесь такое непросто. Дается Чайке вбрасывание выиграть, но вот шайба покидает зону соперника при этом. Спутник переходит в атаку и бросок по воротам следует. Немного выше. Светов. Илья Федотов вперед по борту. Иван Мурашов. Тоже Светов шайбой. Науткин, Науткин. Вперед по борту. Шайба за воротами оказывается. Меньше 10 минут играть. Третий. Синицын. Галушкин. Чувалов. Илья Федотов. Передача за ворота. Продолжает игра под знаком большого количества борьбы протекать. Ну, как может быть иначе. Эти период, плей-офф. Равный счет. Естественно, борьбы здесь очень-очень много. Спутник переходит в атаку. Пошли в зону. А здесь придется с шайбой расстаться. Робин. Передача в центр. Мурашов. Штанга. Похоже, что выручает. Его вратарь приложил усилия к спасению этого эпизода. Чайка идет вперед. Это Панчук режет угол. И опасно все получается. И не только в этом матче, но и вообще в матчах всей этой серии. Вбрасывание выиграно. И сразу возможность начать атакующие действия. Дробин очень опасно бросал. Еще один бросок. Неплохо. Неплохо за 10 секунд. Два голевых момента Чайка создает. Максим Федотов. Быстро нижегородцы двигают шайбу. Галушкин. Перевод в район круга вбрасывания. Максим Федотов. Пас в центр. Розыгрыш. Гол! 2-1. Игроку. Атака. Команда из Альметьевска. Светов. Борьба за шайбу.
Федотов. Илья шайбу отбирает. Пока в пятером. Гость. Да. Но это пас рукой. Это не страшно. Это всего лишь брат. Сбрасывание в зоне гостей. Выигрывает ее кисть из Альметьевска, однако шайбой. Игроки Чайки. Бросок от Тимура Закирова. И на месте сайт Спутник. Самый-самый концовки третьего периода. Но это еще не все. На сегодня гала мы еще сегодня увидим обязательно. Не будет проброса. 20 секунд до конца основного времени. Шайба в зоне Нижегородской Чайки. Максим Федотов с ней. Есть, есть еще время на бросок к чужим воротам. Нет, Максим Федотов не сумел его совершить. И звучит сирена. Нас ждет овертайм. Переведя игру в овертайм, где все начинается заново. 10 минут чистого адреналина. До первой заброшенной шайбы нас ожидает. 45 секунд позади. Чайка начинает атаку. Панчук перевод на Илью Федотова. Федотов прорывается по левому краю. Ожидает подмоги. Хороший перевод на брата. Максим Федотов бросает. Бросок заблокирован. Но Максим Федотов снова с шайбой. Передача по борту за чужие ворота. А там только чужие хоккеисты. В частности, Артем Анишко, который подобрал шайбу и начал атаку. Дальше уже вперед рвется Данила Курков. Но нажать на курок в этой атаке он не смог. Потерял шайбу. Не ошибаться на выходе из своей зоны. Юзленко с шайбой. Сумасшедшая интрига с оголенным не... С шайбой. Игроки Спутника. Федотов попробовал прессинговать. Вот так и Спутник. Бросок, и бросок заканчивается на Синицыне. А дальше Панчук. Проходит смена, поэтому без подмоги. Пока. Максим Федотов. Панчук снова. Хорошо, вошел в чужую зону. Но одному на четырех. Здесь было, наверное, все-таки тяжеловато. А так Спутника. Бросок по воротам. И удаление у Спутника. Ну, по броски, помогая вратарю. Смена по ходу встречи у Чайки. Дробин появился. Панчук, Илья Федотов. Максим Федотов по-прежнему с ними. В качестве единственного защитника. Минута почти на большинство. Дробин дальний выцеливал, почти попал. Дробин разбросать не стал. Я Федотов. Дробин. Панчук. Илья Федотов. Растает напряжение. Панчук. Максим Федотов бросает. И шайба у вратаря. Шайба у вратаря. Новиков. Илья Федотов.
Вошел в чужую зону. Хорошие передачи. Илья Федотов снова с шайбой. Момент какой! Но не получается довести дело до броска. Здесь уже не будет проброса у спутника. Синицын. Максим Федотов. Не получился рейд по краю. Так и спутника, и может тут дело до опасного момента доехать. На шайбу Илья Федотов. Все ближе и ближе. Окончание овертайма. 40 секунд. На табло.